поселком Лунёва День России, один из любимых праздников жителей. Десятки людей собрались возле Дома культуры, чтобы послушать концерт. Патриотические песни, пронзительные стихи и танцы народов мира. В поселке Лунёва отметили один из главных государственных праздников – День России. Поздравить жителей пришли почетные гости. Сегодня наша страна чествует величие, чествует наших граждан, которые в настоящее время в зоне военной операции защищают наши рубежи. Мы помним о всех. Мы гордимся той страной, в которой мы живем. На сцене творческие коллективы и детские ансамбли Дома культуры Лунёва. Артисты подготовили насыщенную праздничную программу для всех жителей. Конечно, все коллективы готовились к этому празднику очень тщательно. Естественно, у всех патриотические чувства зашкаливают, поэтому с патриотизмом, с хорошим настроением все принимают участие. На празднике люди разного возраста, социального статуса, но всех объединяет одно – любовь к своей родине. Александр – участник специальной военной операции. Домой приехал недавно и скоро снова отправится защищать нашу страну. Последнее место Кременная. Так, Луганская область в основном вся. Конечно, это все очень важно. Кто кроме нас? Россия – это наша родина. И, к сожалению, ни один человек не может жить без своей родины. Поэтому это для нас очень важный праздник. Награду нас победа ждет, добьемся своего. Один за всех смелее путь, и все за одного. С любой проблемой справимся, не страшно ничего. Россия – многонациональная страна, и в этом наша ценность. Этот праздник олицетворяет нашу великую родину, ее историю, культуру и, конечно, традиции. В этот день во время праздника работала книжная выставка. Жителям раздавали ленточки с триколором, а дети рисовали нашу любимую страну. Всех с праздником! Юлиана Мазырина, Вильфрид Димковский, новости Химки ТВ.